И честно сказать, не хочется вот играть. Ну, то есть, ты, например, относишься как к просфану. Я вот вообще в любых случаях, знаешь, не люблю проигрывать. Ну, То есть, я понимаю. особенно меня очень сильно раздражает, когда я проигрываю игрокам, которые, ну, мега плохо играют. Я И это неважно, понимаю, и, ну, но... я в голове осознаю, что я сюда на турнир пришел не ради того, чтобы сейчас вот и всех выигрывать, титул забирать, а, ну, просто провести время там, ну, ты сам понимаешь все остальное. Да. Я тебе про Но это и говорил. тем не менее проигрывать не хочется. Слушай, это вот ты играешь в доту, и люди просто хуже играют и выигрывают. А прикинь, играть в карты, и люди играют хуже, и им еще везет. Вот это еще хуже. Поэтому я Да понимаю тебя. Понимаю карта тебя. хуйня. Спасибо. Я пора оставить это. Да уже поздно, блядь. Да это лудомания карточная.